В такие дни хочется вспомнить о наших друзьях. Поздравляют сельские мини-приюты Ирина Стрижа всех с праздником, который называется День друзей, который был буквально вчера. Очень хорошо, что есть такой праздник. Ведь друзья для нас – это глоток воздуха. Они дарят нам возможность лечить, кормить, даже брать очищенную воду для животных, без которой сейчас никак нельзя. Друзья – это наша моральная и материальная поддержка. Вы, дорогие наши, всегда приходите на помощь, даете советы, присылаете нам такие замечательные посылочки, которым мы всегда радуемся просто безмерно. Настоящая дружба, как говорится, неиссякаема, и хозяйка очень рада, что у нее и ее хвостиков есть настоящие верные, добрые и отзывчивые, самые родные, дорогие люди, наши настоящие друзья. Желаем вам всем здоровья, благополучия в это нелегкое для всех время, побольше хороших и позитивных эмоций. Ну и немножко хочется, наверное, прокомментировать жизнь в приюте и, собственно, что происходит на фото в этом видеоряде этого ролика. Лето, как же хорошо хвостиком на улице, кто где разместился, и в цветах, и на солнышке. Все всем нравится, только вечером мама. Волонтер, как курица, всех пытается собрать и загнать обратно в дом. А наш хвостатый народ точно домой добровольно не спешит. Ночью же люди, котики любят прогуляться, природа у них, знаете ли, такая. Кузи не было 3 дня, орет везде, ходит мама. Хорошо, что людей мало живет рядом, уже знают всех котиков наших поименно. А теперь Томаса нет 4 дня. Тут такие джунгли повырастали, не пролезть, где искать поля и заросли одни. Ну а в целом, повторимся, всем мира и добра, берегите себя и ваших близких, и главное, ваших питомцев.